В Караганде началось благоустройство подъездных путей к социально значимым объектам. Деньги на эти цели впервые были выделены из городского бюджета. Теперь, уверяют чиновники, подъехать к поликлиникам, детским садам и учебным заведениям станет проще и удобнее. Ирина Камышова узнавала, где, а главное, как делают дороги в шахтерской столице. Дорогу к 5-й поликлинике, что в 30-м микрорайоне, знают все. Подъехать к медучреждению все это время было непросто. На каждом шагу ямы и ухабы. За этот участок взялась компания «Караганда Жолкурлыс». Говорят, уже завтра здесь будет лежать ровное дорожное полотно. Общая квадратура объекта 1940 квадратных метров. Укладка мелкозернистого асфальта толщиной в укатанном виде 5 сантиметров. Объект планируем закончить 25 числа. Эти дороги, по словам чиновников, не ремонтировались еще с 80-х годов. До конца августа генподрядчикам «Караганда Жолкурлыс» предстоит отремонтировать 17 из 25 подъездных дорог к соцобъектам. Нам выделили по конкурсу 131 миллион, 46 тысяч квадратных метров будем осваивать в этом году. В середине августа должны закончиться эти объекты. Результат уже можно увидеть. Вот, к примеру, на прошлой неделе закончился ремонт дороги к детскому саду «Лесок» на Гульдере. Впервые за много лет к дошкольному учреждению можно подъехать без труда. Дорога детский сад «Лесок» была в очень плохом состоянии. Здесь уложено 1680 квадратных метров асфальта на сумму более 4 миллионов в течение 3 дней. Подъездной путь к 38-й гимназии также требует капитального ремонта. Уже до конца июля здесь уложат новый асфальт. На все про все из городского бюджета было выделено 258 миллионов тенге. Станут ли дороги лучше, покажет время. Однако чиновники обещают продолжить работу и в следующем году. В текущем году по программе обеспечения функционирования автомобильных дорог осуществляется ремонт социально значимым объектам по 25 объектам. По Казбекбискому 17, по Октябрьскому 8 объектов. Данную программу будет продолжать свой смысл. Это в 2014 году мы будем подавать бюджетные заявки на вынесение сессии о выделении средств. У нас имеется много поступившихся жалоб. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.